Условия фотовыставки «Мир через объектив» в этом году были несколько подкорректированы. Среди изменений – возрастное ограничение. К участию приглашались школьники 8-11 классов. Ребята представили вниманию жюри порядка 160 своих работ, каждый в какой-либо из номинаций. Макросъемка, фоторепортаж, объект природы, пейзаж, мой любимый уголок Бреста, спасатель – не просто профессия. Такой широкий спектр тем позволил ребятам пофантазировать. Результат говорил сам за себя. Подход творческий, иногда креативный. Но самое главное – фотоработы своим замыслом и передачей идей доказывали неравнодушие подростков к окружению. Среде, интерес к разным явлениям природы, любовь к братьям нашим меньшим. Это в основном любительская съемка, да, есть ребята, которые занимаются в каких-то фотокружках, но в основном это любительская съемка. В этом году, вот как замечено, больше представлена макросъемка и объект природы. Хотя в прошлом году больше внимания уделили пейзажам. В прошлом году было очень много красивых пейзажей. Последнее дыхание осени, закат на окраине города, живой голос природы, сладкий аромат. Среди многообразия талантливо выполненных фоторабот сложно выбрать лучшие. Чтобы справиться с этой задачей, была создана специальная комиссия, в составе которой профессиональные фотографы, а также педагоги экологического профиля. Члены жюри довольно высоко оценили работы всех конкурсантов. Понравилась очень макросъемка, очень много есть интересных работ. Понравился пейзаж, понравилась ночная съемка, очень понравилось отношение детей к животным. Они сфотографировали своих любимцев, кошек, собак. Замечательные все фотографии. Все мне очень понравились. Знаете, настолько трудно было выбирать, но вот, к сожалению, пришлось. В рамках мероприятия были подведены итоги экологической олимпиады «Зеленая планета» среди школьников. Ее участники – такие же любители природы, как и молодые фотографы. Показавшие глубокие познания в области биологии были награждены специальными подарками от Брестского экологического информационного центра «Экодом». Пришлось столкнуться с такими заданиями. Пришлось смотреть в микроскоп и находить определенные объекты, подписывать их также. Было довольно много трудных заданий, но я со всем справилась. В будущем кем бы хотела стать? Ветеринаром. То есть пригодится наука биология? Да, конечно. Мероприятие экологической направленности проводится для того, чтобы представители молодого поколения осознавали, насколько значимую роль в нашей жизни играет правильное отношение к природным ресурсам и окружающей среде в целом. Фотовыставка стала отличным свидетельством того, что подростки серьезно подходят к теме экологии. Итоги экоолимпиады подтвердили этот факт.